День добрый всем, с вами снова я, Макс, и я продолжу сегодня играть Unepic в эту прекрасную пародию на фэнтези. Ну, как сказать пародию, в принципе она не пародия, но в целом все нормально. Так, джойстик подключился. Так, в общем, на чем мы там остановились? На том, что... Встретили куб. Так, секунду. Встретили куб. И представились вот этим вот духом, который в нас вселился. И, собственно, пошли дальше исследовать замок. Апнули немножко уровней. Оп, немножко подвинусь. Апнули один уровень. Немножко попознали, скажем так, прокачку. И, блин, всем монстры респятся. С одной стороны, это хорошо. Такой небольшой элемент гринда, скажем так. Так, нужно сделать так, да, чтобы лучше было видно. Вот такой небольшой элемент гринда. То есть, если будет сложное место, я просто тупо прокачаюсь. Но, с другой стороны, если нужно будет что-то проскочить, а я помру, то придется всех рубить заново. Ну, либо, соответственно... Монетки. Фигаси. Так, 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 не то. Сейчас вспомню управление. Несколько дней назад же играл. Такс. Где там еще мыши? Чуть-чуть погриндим. В этом нет ничего страшного. Так, змею я уже вот так убью. А то она травит, засранка. Опыт вроде за них дают. Дают. И вообще, зачем я сюда пошел? Да, опыт дают, слава богу. Так, стрелы у меня 70. Я думаю, не закончится. Скажем так, чуть-чуть качнемся. Здесь. Так, посмотрим карту. Наверх мы пойдем, а там не пройдем. Мы хотели вроде вниз. Пойдем вниз. То есть надо будет вернуться. Так, мы вернемся. Пойдем вниз. Да, вниз мы не ходили, по-моему, еще. А, нет, ходили, но мы здесь не все исследовали. Так, карта. Да, мы здесь ходили, но мы как раз... Ух ты ж, блин! Я этих монстриков сейчас попинаю, просто хочу немножко, скажем так, выключиться. Я смогу. Такой не чуть-чуть погриндить, вот пока вот есть возможность. Так, стоп, стоп, стоп. Ачивку какую-то заработал. Оформление, конечно, ачивки здоровское. Так, и в принципе все. Я думаю, я сделаю... Вернусь к кубу. Сохранимся и пойдем обратно. И уже пойдем сразу вниз и дальше. То есть к алхимику мы больше не пойдем. Так, ладно.
Не убил. Долго убивать. Да, пойдем теперь просто вниз. Где мы еще не были, если я упаду. Так. Ага. Эти шарики неплохо так бьются. Гена здесь нет, но это не беда. С помощью факелов очень хорошо отмечать, ах ты ж, отмечать, где был, где не был. Я думал, насквозь пролезу. Слабо восстанавливающее зелье. Так, а что она дает? Увеличивает сил. Так. Пока заклинание активно, ваша рана будет... А, это заклинание... Фу. Короче, регенерация. Давайте мы его... Так, правильно. Возьмем. Можно было сразу сюда упасть, в принципе. Ну да ладно. Так, можно пойти влево. Значит, вниз здесь ничего не будет. Оп. Эй, я видел, тут что-то блестело в темноте. Может быть, это монета или что-то полезное? Эй, что за мелкий гад это был? Он забрал мои побрякушки и смылся. Ха-ха-ха, эти мелкие жадные воришки забирают все, что плохо лежит. Мерзкие собиральщики. Вот почему вокруг не найти ни монетки, ни вещи. Может, если оставлю что-нибудь здесь, они появятся, я смогу их убить? Ты их недооцениваешь, они очень осторожны. Они никогда не сунутся, если ты близко. Ага. Так, если вы оставите вещи на полу, воры их крадут. Вы можете заполучить украденное, убив воров. Бросьте пару вещей из инвентаря и спрячьтесь так, чтобы вас не было видно. Это приманит воришек. Приманит. Ладно. Сейчас мы немножко дальше пройдем. Так, что нам не нужно? Нам не нужно. Допустим, нам майка не нужна. Я что, с писюном? Ха-ха-ха! Скриншот. О, воришка. Я его убил, еще и уровень получил. Да, попробуем еще раз. Побежит, интересно. Мне так не интересно. Так, инвентарь. Мы, наверное, наденем зеленое трико. Так, и у нас персонаж апнулся до третьего уровня. Мы вложимся в мечи, в луки и в телосложение пока что. Остальные очки оставим, посмотрим, что из них можно будет... Может быть, что-нибудь... Каково твое предназначение? Что? Ты о чем вообще? Ты взобрался на гору, истинно пересек облака вечности и проник в это запретное место, рискуя собственной жизнью. У тебя должна быть весомая причина для всего этого. Гора истин, облака вечности. Я вообще не врубаюсь о чем ты. Я просто сидел у Рика, играл в игру и внезапно очутился в этом замке. Ты подразумеваешь, что не знаешь причину, по которой ты здесь? Я знаю только то, что меня накачали дурью. Понятия не имею, какая у меня миссия. Обычно искатели приключений получают задание от чувака в таверне, но я ведь даже никогда не был в тавернах. Может, мне стоит отправиться к Оракулу, который откроет мне мое истинное предназначение? Куча крутых героев вроде великого Тралла так поступали. Отсылка к Вову.
Этот Трал, герой твоего народа, твой далекий предок? Не совсем, он был вождем орков, который спас свой народ от тирании Альянса, людей и эльфов. Это долгая история. Эй, Зер, где мне найти оракула? Здесь нет никаких оракулов, и даже если бы были, то не стали бы говорить с глупым смертным вроде тебя. Ага, конечно, так ты мне все и рассказал. Продолжу-ка я исследовать замок в поисках хоть каких-нибудь намеков на то, почему я здесь. Феерический глупец. Еще к тому же наивный до безумия. Так, мы можем пойти вниз. Упс, то... Еще пока не особо освоил быструю смену. Так, лечебное зелье, так хорошо. Так, мы их ваншотим, это тоже вообще отлично. Опыта, конечно, дают за них. Ни о чем. Так, мы сейчас попробуем. Понимаю, если вверх сберемся. Нет, пока туда не пойдем. Хочу. Не могу. Ага, слишком большая инерция. Я из другой комнаты сейчас вернусь сюда. Здесь же так можно пройти. Так, зажгли фонарик. Вот это у нас что? Еще одни ворота, как две капли воды, похожи на те, что я видел раньше. Посмотрим, смогу ли я их открыть. Опаньки, открыл. Но я пока туда не пойду. Кстати, на карте... Да, на карте ворота на отображаются. Пойдем с тем НПСом поговорим. Приветствую, смертный, не бойся меня, мое имя... Я уже и позабыл его. Давным-давно я был отважным искателем приключений, но ловушка оборвала мою жизнь на этом самом месте. Моя ненависть к этому месту не дает мне покоиться с миром, смертный. Поднявшись вверх по лестнице, ты найдешь рычаг, который управляет всеми ловушками в этой комнате. Поверни его, если ты сделаешь это, ловушки больше не причинят тебе вреда. И я, наконец, смогу обрести покой. Но будь осторожен, путь опасен, повсюду ловушки. Приглядись внимательно, ты заметишь на полу смертоносные плиты. Я пытался проскочить их, но нашел лишь погибель. Похоже, лучший способ остаться в живых – аккуратно нажимать их одну за одной, не подходя слишком близко. Бедняга, он застрял в этом месте. Освободи его, он заслужил успокоиться с миром. О, Зерату, я тронут. Путь полон смертельных ловушек не потому, что ты вдруг стал таким альтруистом. Не потому ли. Ладно. По крайней мере, я знаю, как ловушки. Точнее, с плитами я уже познакомился. Зелье обнаружения ловушек. Давайте попробуем. Ага, от этой хрени у меня мурашки по коже. Пригибайтесь, чтобы уворачиваться от снарядов. Так, скелет, понятно. Так, надо выхилиться. Буду потихоньку хилиться. В принципе, несложно.
Ах! Вот это был нежданчик. Так, на меня... Огонь. Рычаг отключения ловушек. Не трогать. Так, ловушки отключил. Хорошо. Наверное, нужно вернуться. Попробуем вернуться и, может быть, квест сдать. Хотя там еще, кстати, дверь есть. Надо в дверь сходить. А то я что-то в прошлый раз я не увидел, что она там есть. Тебе удалось, я буду вечно тебе благодарен. Не за что, мой друг. Кстати, ты не в курсе, нет ли здесь неподалеку какого-нибудь оракула? Хочешь узнать ответ на все свои вопросы? Говорят, что в верхней штольне обитает мудрое существо. Может быть, оно сможет помочь? Тебе пригодится этот ключ, чтобы добраться к нему. До встречи, мой друг, я покидаю этот беспокойный мир. О, отлично, ключ от шахты. Вы прошли испытание. Окей. Угу. Но мы в шахту пока не пойдем, мы пойдем наверх. А, ну блин. Ну ладно. Кстати, примерно расположение дверей, по-моему, совпадает. Там, где она располагалась, допустим, в другой комнате. Такс. Ага. Ну, в этой комнате я не был, по-моему, не был здесь, но когда в первый раз я играл, я в эту сторону пошел не вправо, а влево. И здесь все закрыто. Но зато можно... Похоже, это какой-то проход, но я не пойму, как ее открыть. Найдите другую такую дверь, чтобы открыть проход. В общем, с другой стороны как раз будет... Сейчас покажу. Мы сохранимся. То есть, если бы я пошел не вправо, а влево, то... Было бы это примерно вот так. Так, и какую же дверь я открыл, интересно? Но, скорее всего, я открыл... Так... Здесь нельзя посмотреть. Ага, можно заметки оставлять. Но мы сходим. Сходим, наверное, в крайнюю нижнюю, где можно вправо пойти. В общем, там, где есть двери, туда... Так, и сходим. Попробуем, по крайней мере. Ой-ой-ой, чё мыши-то? Куда они взялись? А сколько они, кстати, опыт, интересно, дают? Опыт 259. Кстати, игра на паузу не ставится. Когда я в меню. Есть 59, 12 дает с опыта.
Так, а нам сколько нужно? Четыре тысячи. Ну, машинный опыт тоже опыт. Аникс, оп... Почему они, кстати, возродились все? Так, кстати, где мы? Мы не в ту степь пошли. Надо вниз. Я говорю, почему монстры возродились? Или они возрождаются каждый раз, когда я... Так, еще раз сделаю. То есть каждый раз, когда я использую нимб, я, получается... Да нет, не воскрешаю. Значит, они просто сами воскрешаются каким-то образом. Попробуем в нижнюю дверь сходить. Сколько за них опыт, интересно, дают? 577. Тоже по 12. Как за летучих мышей. О, ключ подошел. Вот это удача. Почему ты остановился? Блин, ты разве не видел, какие огромные камни валятся сверху? Меня может раздавить в лепешку. Я не знаю, может есть другой путь? Этот проход единственный способ достичь шахты. Ну да, конечно, даже не сомневаюсь, что ты бы мне сообщил о существовании менее опасного пути. Все рандом. У меня получилось. Блин, еще. Я думаю, у меня получится. Колонны напоминают, как... Ха, я справился, о господи, а король ловкости, выкуси Заратол, я все еще жив. Дуракам везет. Постой, что это за странные штуки на меня пялятся? Они похожи на парящие глаза. Скорее всего, они шпионы, посланы этим Хернеконом. Мне лучше снять их, пока они не подняли тревогу. Попробуй попасть по ним из лука. Чтобы прицелиться издалека, нажмите Tab, вы можете нацелиться на то, что находится в вашем поле зрения. Так, а как я могу... Ага, только как мне... Ага, все, на джойстике я тоже понял, как это делать. Да, лук однозначно стоит качать. Эти ворота, кажется, я видел точно такие же, недалеко от исцеляющего духа. Но, конечно же, этот проход набит монстрами и смертельно опасными ловушками. Ведь мой уважаемый наставник и советник говорил, что к шахте нет безопасных путей. Так, да, мы оказались здесь. Потом еще запоминай эти проходы. Куда они ведут, куда они ведут. Ну да ладно. Так, вход в шахту. Сохраняться не будем. Это должно быть шахта, как говорил дух ключа. Оракул находится где-то на вершине. Мне придется найти способ забраться наверх. Гляди, Заратул, здесь внизу что-то типа прохода. Возможно, он ведет к оракулу. Но тут слишком далеко, я не допрыгну. Погоди-ка, эта веревка перетянута на ту сторону. Здесь очень кстати, посмотри. Посмотрим, смогу ли я за нее ухватиться.
Так, нажмите прыжок, чтобы подпрыгнуть. Когда вы будете в воздухе рядом с веревкой, снова нажмите вверх, чтобы хватиться. Вы также можете схватить за веревку во время падения. Чтобы не отпустить веревку, нажмите вниз. Ну, как интересно. Что за символ? Не могу попасть. Когда монах поймал стрелу своей голой рукой, Зулариус Великий сказал: «Контроль разума и контроль над телом вместе – ключ к превосходству». Вы только что открыли подвиг «Король ловкости». Суть подвига – увернитесь от падающих камней по пути в шахту. Что за фигня? Ну ладно. Кольцо лучника. Инвентарь. Кольцо воина. Так. Ну, надеть. Свиток мастерства ближнего боя. Он похоже. Да, от меча, по-моему, будет урон тоже больше. Вы можете носить не более 8 колец одновременно. Ну окей. Мне как раз было это интересно. Так, вверх вниз. Пойдем вверх. Или лучше вниз. Нет. Воу-воу. Фига себе. Там внизу интересно что-нибудь есть? Есть. Ну нафиг. Тем более так. Сейчас убегут, надеюсь. Надо хильнуться. Хотя. Я выживу. Ох. О, это гнездо похоже. Так, все хорошо. Я думаю, может быть, как говорится, начать со дна. Так, и кстати, почему мой доспех поврежден? Где это пишется? Так, статус 95. Ладно, посмотрим. О боже мой, летучие мыши. Ну, с летучими мышами мы теперь можем бороться с помощью прицела. Ага. Не совсем удачная идея, если честно. Так, где мы будем? Окей. Я думаю, будем исследовать шахту. Так. Ух ты, нифига себе, как он умеет. Это маг, у него не получилось. Так, все замечательно.
Нет, не умру. Еще одну. Надо будет сходить накрафтить себе. Еще зелий. Такс. Уже качаться посложнее стало. Но это все лирика. Так. Замечательно. Ух ты. Так, пирит, золото дураков. Черт, а издалека выглядит как настоящее. Мы что-нибудь можем интересно с ним сделать? Ничего. Ну ладно. Так, также можем пойти влево. Так, что это такое интересно? Вау. Черт, это черт. Что за чертова яма? Здесь повсюду кусочки скорлупы, и что за штуковина в середине? Мы в логове великого Дигидона, одного из стражей моего господина, который принял форму червя. И этот механизм в центре может его пробудить. Червяк, да я уже раздавил сотни таких, как он. Тогда иди и сразись с ним. Когда твое тело будет раздавлено в лепешку, я выберусь наружу. И раскаты моего хохота пронесутся громогласным эхом по всему замку. Раскаты моего хохота пронесутся громогласным эхом по всему замку? Как по-идиотски это звучит. Что же, похоже, у меня нет другого выбора, кроме как сразиться со стражем. А если он мне наваляет, исцеляющий дух сможет легко восстановить меня, если я доберусь до него живым, само собой. Так. Мы сразу, наверное, немножко хильнемся. Зажгем везде фонарики. И, собственно, отлично. Я так рассчитывал на эту лестницу, если честно. О, ни хрена себе. Ну, я понял. Так, как мне? Так, я сейчас, скорее всего, помру. Мне пришлось это сделать, потому что по-другому я бы его сейчас не убил бы. Так, мне нужно сходить к алхимику. А, нет. И как минимум наделать зелий. Такс. Опять все живы-здоровы.
Так, я хоть в ту сторону-то иду. Нет, не в ту. Торговец. Я до него еще не дошел. Так, значит, получается, серым помечаются те комнаты, которые я зажег. Пока не сложно. Сейчас мы немножко снова качнемся. Ну, а и здесь так себе скажу. Так, доспех поврежден. Персонаж. И персонаж инвентарь. Там было 95 у доспеха, стало 94, понятно. Значит, он еще здесь ломается. Это хорошо. Так, делаем. Все, у нас пузырьки закончились. И пойдем попробуем навалять еще раз червю, точнее, попробуем сначала понять, что нам нужно для того, чтобы его убить. Так, все правильно, да, все правильно. Ну, опять летучие мыши. Это не беда. Попробуй сейчас на этих чувачках. Ой, нет, 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 нет. Я не уследил, что у меня еще отравление действовало. Так, а чё он меня не атакует? Сердечко, как тебе не хватало? Хорошо, хоть за них опыта хоть дают побольше. Точнее, достаточно много. Скоро почти уровень качну. На них почти можно даже немножко качнуться. Так, никак. А луком что-нибудь могу сделать? Ага, нужно просто ждать.
Ого. Хотя нет, я понял, что нужно сделать. А, вон справа ХП. Несложный моб. Так, паттерн я его выучил, в принципе. Меня единственное могут только... Он быстрее стал двигаться. Обломись, Зератул, я сделал его. Что ты скажешь теперь, а? Что-то я не слышу громогласного хохота, проносящегося по замку. Дуракам везет. Ключ дали. Ключ от коллектора, ну ладно. Так, наверное, может быть, надо было не на среднем начинать, потому что мы сохраняемся, и, точнее, сохраняемся достаточно часто, меня игра сохраняет автоматически. Но, с другой стороны, я просто буду играть так, как будто я не помру. То есть, о, блин. Фонарь. Как будто я могу помереть и возродиться там. Скажем, поиграв 100-500 часов перед этим. Ну, короче, потеряв много времени. Так. Ладно, я не буду на этих. А, кстати, уровень. Персонаж, опять же, мечи, луки, телосложение. Так, опять. Эх, эх. Так, тихо. Тихо. Сейчас. Все. Надо более такие, скажем так, склянки пить. Давай, бей быстрее. Так, мечи. Угу, попробуем сделать так. Делать нежданчик змея. И пойдем сходим сюда. Он, наверное, не запрыгнет. Хорошо, они по лестницам не могут, но они могут прыгать. Эй! Так. Фух. Склянки особо жалеть не стоит, можно всегда, скажем так, наделать их потом. Поэтому мы убьем одного и второго и свалимся на третьего. Сделаем так. Нет. Ну
Бедняжка даже обернуться не успел. Монеты. Там, интересно, торговец или... Может, торговец оружием? Ага, ты высокий, ты сильный, хороший кандидат. Кандидат на что? На оплодотворение самок. Что, оплодотворение самок? Ха-ха, он принял тебя за кандидата на должность самца-осеменителя. У этих животных сейчас брачный сезон, и пока их самки заперли в своих спальнях, самцы бьются за звание вожака. Каждый думает, что именно он будет владеть хорганом. Харганом? Или хорганом? Харганом. Ну, пусть будет харганом. Харган? Хорган. Наверное, хорган. Священный тотем и символ плодородия этих примитивных существ. Самец показывает его самкам, и те просто сходят с ума от возбуждения. Как ты понимаешь, это одновременно смешно и убого. Не, ну так-то да, этот парень решил, что я тоже хочу сексуального тех с их самками. Ха-ха. Ха-ха, как же они глупы. Да, ха-ха, вот и идиоты. Хотят, чтобы я сношался с кучей самок, да еще и совершенно бесплатно. Как глупо. Ха. Конечно, глупо. Откажись, посмотрим, как вытянется от удивления его физиономия. Ну что, незнакомец, согласен стать кандидат? Конечно, подавай сюда этих самок. Иди за эту дверь и вниз. Но что, зачем ты солгал ему? Это не ложь, чувак, я собираюсь заполучить хорган и как следует поразвлечься. Но зачем? Это же совершенно бессмысленно. Зачем ты в это ввязался? Да потому что я очень хочу, понятно? Самое время устроить оргию. Я даже не помню, когда последний раз занимался сексом. И вообще, у меня никогда не случалось с несколькими девушками сразу, да еще и бесплатно. Ах он. Так это все только из похоти? Они даже не твоего вида. Это монстры, жуткие создания. Какой же ты извращенец. Монстры, шмонстры, не на базаре. Дают, бери, бьют, беги. Погнали. Так, в игровом меню есть раздел задания, где вы можете найти активные задания и посмотреть их описание. Это очень кстати, когда вы уже позабыли, что именно надо сделать. Давай посмотрим задание. Мечты сбываются, отслеживать. Напомнить диалог. Ага, все, не нужно. Это было, конечно, глупо, но ладно, главное. Так, отслеживать он. Так, вы еще не возвращаетесь, когда закончите. Хорошо. Ну-ка. Они вполне нормальные самочки, так-то. Вниз там что-нибудь есть. Ух ты! Попробую просто пробежать. Побежал. Нет, не в ту сторону. Беги, 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 беги. Так, карта недоступна, я не тут кнопку поставил, извиняюсь. А! Пока я смотрел карту, он до меня добежал, что ли? О, боже мой. Ладно, сейчас быстренько. Быстренько с ним поговорим. Все отлично. Сделаем что поближе. Спрыгнуть я не могу. What the fuck? Я пробегу. Да как же тогда?
Может быть, надо просто будет качнуться? Так, ладно. Я думаю, вернусь сюда попозже, когда немножечко качнусь. Квест возьму. Пусть будет. Чтобы у меня на карте отображался, я не забыл. Там просто так не поворачиваешься от этого хрена. Давай. Оп. Так. Здесь никак по-другому не пройти туда. Ну ладно, потом. На карте отображается. Так, фонарик забыл зажечь. Никак не отображается. Кстати, интересно, я могу вниз стрелять? Пусть он попробует. Подойти, попробую его расстрелять. Может быть, получится что-нибудь из этого. Давай. Попань в поле моего зрения. А, нифига. Ну ладно, придется пока забыть про это дело. Пойдем исследовать подземелье дальше. Я что, могу здесь пройти? Да блин. Так, лук. Угу. Ах ты ж. Ладно, опыт просто лишним никогда не будет. А, теперь нужно ждать лифт. Потому что я хочу подняться на этаж выше, тоже влево-вправо сходить, посмотреть, что там и как. Да. Еще, наверное, одну комнату исследую. Может быть, можно будет закруглиться на сегодня. Осенний трехсан. Так. Нет. Не очень хочется тратить лук на каких-то змей. Ах ты ж. Я выживу. Блин, как долго травление держится. Ты, магазин? Бамбуэя Чунна, приветствую, маленький посетитель. Баба Вани Чудо, приветствую, большой парень. Моя Убунту, великий воин племени Вачати. Тогда я Миклуха Маклай. Какими ветрами сюда занесло африканского воина? Великий бог Шикака направил Убунту в этот замок. Ясно, ты ведь человек, не так ли? Ты выглядишь точь-в-точь, как африканец из моего мира. Моя не человек, моя великий воин племени Вачати.
Ух ты, да у тебя тут целая коллекция потрясного оружия. Может, дашь мне одно в честь нашего знакомства? Убунту не дает, Убунту продает. Отлично, нашли торговца оружием. А это что? Эльфийка? Нет, ну блин, ну, няша. Правда, пиксельная версия ее не очень красивая, но арт здоровский. Приветствую тебя, юный незнакомец. Добро пожаловать. Меня зовут Федора. Я верховная волшебница, родом из Гелаиды. Детка, какая же ты аппетитная. О, да. При этом совершенно несъедобная. Однако я могу продать тебе несколько волшебных предметов. С удовольствием взял бы волшебную продавщицу. Очень любезно с твоей стороны, но, к сожалению, акция «Купи два посоха продавщица в подарок» закончилась в прошлом месяце. Она такая была. Так, ладно, купить. Огненная стрела. Том. Выпускает огненную стрелу, поджигая цель. Уровень навыка. А, это магия! Я думал, так, свиток телепортации в шахту. Нам не надо особо. Так, оружие, посох, магия элементов. И посох магии огня. То есть есть посох для всех. Огонь и холод. А есть только для огня посильнее, чтобы прям огнем так вух. Со всей дури, я бы сказал бы. Но у меня денег нет. А, нет, есть. Ну нет, пока не хочу. Посмотрим, что у этого чувака. Разные. Навык вождения. Увеличивает скорость бега. Урон. Эффект может складываться до 0 раз. Эффект пропадает после вашей смерти. Увеличивает урон и шанс с критического урона. Эффект может складываться до... Это книжку взял только после... Интересная вещь, то есть можно усилить себя. Так, ладно, оружие. Так, урон 80. Я возьму меч. Луки, стрелы. У меня короткий лук. Так, у меня какой лук, кстати? Продать. У меня лук. Легкий, короткий лук. 28 урон. Нет, лук, конечно, мы тоже купим. Куча. Так. Купим, наверное, 50 стрел. Это хорошо. Купим даже две. Так, броня, одежда. Защита от стрел, от огня. Легкие кожаные доспехи. Уровень навыка доспехи. Наверное, я сразу качну доспехи. Я, наверное, не в мага, наверное, пойду, а физурон, скажем так. Ой, здесь ремонт есть, отлично. Только мы сначала... Так, рецепт. Нам нужен инвентарь. Так, персонаж. Роба я не буду, но мы качнем доспехи. Все остальное, пока мы... Что нам дает зелье? Ладно, посмотрим, но доспехи мы качнем. Купим, так, купить. Доспех получше. Сразу на себя его нацепим. Сразу все на себя нацепим. Так, и новый меч. Отлично. Так, инвентарь. Новый меч. Новый лук. Кинжал, может, продадим, наверное, все это дело. Оно нам не нужно. Так, и нацепим на себе кожаный доспех. Правда, этот облачение рейнджера дает нам плюс 9 урона. Но кожаный доспех зато защищает. Господи, в чем там дело? Так, продать. Продадим короткий лук.
Копье нафиг надо. Топор тоже продадим. Облачение рейнджера. Так, эльфийские труселя. Несколько золотых монет. О, неплохо. Так, отремонтируемся, если есть что. Кольцо. Короткий меч забыл продать. Так, у него больше нечего покупать. Попробуем купить... Так, рецепты, зелья силы, обнаружение ловушек, зелья ослабления яда. Уменьшай их негативный. Ага. Это для рецептов нужно. Ладно, оружие, посох. Урон 30, посох магии огня. Ладно, пока в магию не пойду, я буду чисто тупым воином. Посмотрим, как это теперь на мне скажется. Ну, очень хорошо сказалось, я скажу. Легкий кинжал. Все стало значительно лучше. Ух ты, синее легкое копье. Дополнительный урон оркам. Нет, нам не нужно. Так, в общем. Я думаю, на этом я пока что остановлюсь. Продолжу следовать. В следующий раз, так что на этом всем пока.